здесь вот можно покидать между проплывающими льдинами. Небольшой участочек есть. Текуха. Тут вообще все коркой льда покрылось. Ночью минус 7 придавил. Морозец. Днем-то до плюс 5. Но ночами все замерзает. Попробую сегодня помикрушить. Тик-тай-скуп 69. Не знаю, получится что или нет. Измучился уже. Несколько дней езжу на воду. И все никак. После обеда ближе к вечеру еще возможно половить, но после обеда ближе к вечеру у меня работа. Так, я уже сказал, сегодня у меня будет тикт айскуб 69. Это 0.1-3.5 тест. 2.13 длина, насколько я помню. Катушечка, 21 год. Комплекс XR-ка C2000F4 и 0.3 Yamato-я. Такой вот сегодня комплектик. Попробую. И на легкие веса 0.3 взял, мормышечки. Ну и грамма 2. 2.5-3 можно будет также побросать. Надеюсь, окунь здесь клюет. Не люблю по весне здесь ловить. Не очень удается мне рыбалки. Но за неимением других мест мы сегодня здесь. Ах да, чуть не забыл. 13 марта, 9 утра. Сейчас минус 5. Через пару часов уже плюс будет. Днем плюс 5. Вроде как передают юго-западные 3 метра. Кто знаком с тиктами, знает, что на кубике вот очень мелкие колечки на этом. Первый заброс он такой. Начал с 2 грамм и типсика. Ну вот так вот окунь на первом забросе и все. Минут 10 ни одного тычка, ни одного контакта. Но что характерно, на глазах прямо уменьшается количество этой смёрзшейся пены шуги. Это не может не радовать. Если вы понимаете, о чем я. Походил здесь. И с 2 граммами, и с граммом. Побросал разные приманки. Минут 20 окунёк не отзывается. Вот на первом забросе была поимка и все. И, как я сказал, глядите. Шуги все меньше и меньше. Это хороший повод пройтись ниже и попробовать там. Так, вот тут на грамм сейчас с первого заброса окунь сел. Свалился, правда. На грамме у меня сейчас whitebait увеличенный. Попробуем половить здесь тогда. Есть маленький окунечек с поклевочкой. С небольшой поклевочкой на небольшую приманку. Соблазнился. Но все равно веселее, чем стоять в тишине без рыбы.
Час назад как в ванной. Кидал не поклевки, сейчас вот на каждом забросе клюет. Минус хвост. Под бороду. Клюет на длительной паузе с такой петлей. Прям манка, пойми, когда оказывается на дне, ветром тащит, течением помогает. В общем, не рыбалка, а мучение. Будем заканчивать. Планировал половить сегодня в другом месте, но не срослось. В начале минус. 4 створки у нас на Иванковской ГЭС приподняты до сих пор. Тащит смёрзшуюся пену в шугу. Тем не менее, нашел местечко, нашел дырочку. Здесь покидал немножко, потаскал окуньков. Рыбалка состоялась. Всем счастливо. Всем пока.